Привет, с вами Сойер, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня поговорим про тонкости версионирования и стратегию обратной совместимости. В прошлый раз мы говорили про архитектуру импресса, это стек метархии, и я вот хотел продолжить эту серию видео, начал готовиться к следующему видео, и для этого мне понадобилось собрать пример и, собственно, по разбираться уже с тем, как работает метархия. Соответственно, у Тимура в репозитории есть пример, который я скопировал себе локально. Он установился, я зашел, проинсталировал все зависимости. И, соответственно, как указано в документации, установил Postgres, запустил весь необходимый сетап. И вот теперь я запускаю сервер. И вижу, что возникает ошибка. То есть это пример, готовый пример из репозитория. Я ничего сюда не добавлял. Начинаю разбираться, почему он не работает. Ну и первое, что мне бросается в глаза, что 6 дней назад была произведена, были произведены изменения, связанные с базой данных. Я вижу, что база данных была вынесена в отдельный namespace, и ошибка, которую я вижу в репозитории, ну очень-очень говорит о том, что проблема-то как раз в этом месте. Окей, okay. и я начинаю дальше по комитам смотреть, что еще а, было изменено, потому что, насколько вы знаете, на, наиболее вероятной причиной ошибки всегда являются какие-то изменения. И нахожу, что была изменена версия импресса, до версии 2.5.0 была поднята версия 7 дней назад, потом были, соответственно, до этого были произведены изменения в клиенте, потом была поднята версия до 2.5.0. Окей, okay, получается, что была произведена смена версии импрессы. Я решаю посмотреть, какая она сейчас последняя. И вижу, что последняя версия 2.5.1. И кто знает семантические версионирования, знает, что обычно последняя цифра это цифра патча. И здесь, конечно, нет никакой э, гарантии, что это семантическое версионирование, но обычно вот уже при большом количестве работы с версиями приходит уже такой опыт, когда ты понимаешь, что вот последняя циферка не должна меня, не мешать обратной совместимости. То есть то, что 2.5.1 работает, должно работать и в 2.5.0, да, и тем более если код был написан в 2.5.0, он должен работать и в 2.5.1. И, в общем, я понимаю, что здесь есть какая-то проблема, поэтому по старой доброй традиции э, беру и обновляю зависимость да то есть я понимаю что были какие-то изменения связанные с версиями и я обновляю соответственно импресс до версии 251 запускаю снова сервер и он работает и вот здесь как раз проблема связана со стратегией обратных изменений если вы когда-нибудь задумывались о том, как вы версионируете свои продукты, вы должны понимать, что если вы меняете две последние цифры, это в соответствии с семантическим версионированием, как я уже сказал, здесь не обязательно должно использоваться оно, но вот как бы это очень-очень распространенный стандарт, поэтому здесь нужно понимать, что две последние цифры не должны приводить вот к таким результатам, когда при сборке проекта он перестает собираться только вследствие того, что изменилась версия там патчи. Это э, важно, поэтому я даже сделал небольшую, э, небольшую инфографику, извиняюсь, в которой прямо отметил, что в зависимости от того, что вы изменяете, вы должны обязательно проверить совместимость. Совместимость семантическую, совместимость бинарную, совместимость кода, потому что в данном случае речь идет о библиотечной зависимости, о импрессе, и поэтому здесь все вот эти вещи нужно было проверить на совместимость. Кроме этого, бывают совместимости и у API тоже есть версионирование и у схем данных, которые вы используете. Вообще об этом я пишу себе в телеграм-канале, заходите там более подробно а, проверки версионирования, я написал. Так вот, смысл в том, что в данном случае, скорее всего, было а, сделано следующим образом. Были внесены изменения с базой данных, были внесены изменения в импресс, был обновлен импресс, не заработало. Соответственно, в импрессе сделали новые изменения, подняли его до версии 2.5.1, локально установили версию 2.5.1, а в Package.json это не попало. И в результате у нас получился вот такой неработающий пример а это мог бы быть и какой-то а, боевой проект. Поэтому важно понимать, что когда вы меняете версии, вы должны помнить, что обратная совместимость говорит нам о том, что если мы меняем что-то, что ее нарушает, мы должны менять мажорную версию, первую циферку. Если мы меняем вторую циферку, это значит, были внедрены какие-то фичи, которые будут работать и на предыдущей, с которыми клиентский код будет работать и на предыдущей версии, и на текущей. Ну а если мы меняем патч, это всегда фиксируем ошибки. И вот даже если вам не очень нравится менять мажорную версию, очень у многих есть вот этот страх перед изменением мажорной версии, если вы будете постоянно версию менять по объему изменений, то есть небольшие изменения меняют патч, средние изменения меняют минорную часть, большие изменения меняют мажорную, то вы всегда будете создавать у себя в коде вот такие проблемы, когда небольшое изменение кода, которое на самом деле рушит обратную совместимость, приводит к тому, что проект не собирается, что у разработчика возникают проблемы, использующие вашего, ваш код, проблемы с запуском проекта, а вы Увеличили только патч. Это идет в разрез вот с общепринятой а, и распространенной практикой версионирования. Поэтому обратите на это внимание. Вот такие вещи в практике встречаются очень часто, когда на версия проставлена незначительные изменения, а они на самом деле очень значительные. И а, по объему кода было сделано мало, а вот по версии нужно было бы серьезное сдвинуть. Поэтому продумайте свою стратегию версионирования. Не забывайте, что нужно проверять обратную совместимость, не забывайте, что нужно версионировать в соответствии с изменениями и фичами, а не с объемами. И тогда вы не будете попадать в такую ситуацию, когда вот такие незначительные изменения будут приводить к проблемам. На этом все, спасибо, что слушали. С вами был Сойер. До свидания.